видископ. Если государство финансирует, то государство имеет желание создать какой-то заказ, правильно? Вот какие есть заказы? Давайте поймем, что такое выступление на международной арене? Это престиж. То есть государство выступает заказчиком каких-то моментов престижа страны. Государство выступает заказчиком спорта в сфере образования. Я все-таки настаиваю, в советской теории физического воспитания вот говорится о том, что в спорте, в детском, в образовании, там не спорт, там физическая культура. Я все-таки считаю, что это спорт, элементы спорта. В основном это то, что привлекает детей. Потому что если детям дать приседания и отжимания, то мы вряд ли посеем любовь и интерес к спорту и к здоровому образу жизни. Государство создает заказ и финансирует результат. Правильно? Или государство хочет государственными органами, своими исполнительными государственными органами еще и выполнять этот заказ. Но это принципиально противоречит вот этой вот системе мировой организации спорта. Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации, национальная спортивная федерация. Витископ. Спортивное видео.